правый конец поднять немножко. Еще один бой. Привет со всеми! Привет, зайка! Привет, Паша! Наконец-то душа моя! Всем привет! Всем привет! Здрасте! 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 Очень приятно! Девоньки, привет! Саш, привет! Привет! Здравствуйте! Посмотрите вокруг. Глубоко вздохните. Выдохните городской дух. Распрощайтесь с офисной пылью, с домашними заботами. Да? Вот. И приготовьтесь пожить так, как жили наши с вами предки. Ну, так 150 точно лет назад. Да. Так, мужики, хорошо, да? У вас есть такие слова ух-ух-ухаха. Ну-ка, давайте-ка. 3-4. Ух-ух-ухаха. Девочки. Мужики. Ух-ух-ухаха. Девочки. Поехали. По саду ли в огороде девица гуляла, у нее своя коса лента голубая. Как сарафан надел, ты уже в другом мире. Рукам свободно. Руки, как говорится, как крылья. Вот не говорится, говорят, руки крылья. Вот это вот такие рукава крылья. На нашу удобно. Русскую фигуру да. Вообще прекрасно садится. На любую, причем худая ли, не худая ли. Все красиво. Первый раз здесь, и такое ощущение, что, собственно, никуда не уходил, всегда здесь был. То есть это ощущение родного места. То есть как будто бы здесь уже было что-то до тебя, там будет после тебя. Левую берешь, чуть-чуть подпустил руку, да, чтобы ее ты потом удлиняешь. Здесь она у тебя короткая. Как я делаю? Отойди маленечко. Смотри. Я могу так. Я вот ее раскручиваю вот таким образом. Я ставлю на месте, видишь? Я ее отпустил, она уже подлиннее стала. Во! Давай. Что, прыгаем, просто через него. Я по головам не буду. Добрик, подходи. Главное не попасться. Главное не попасться. Нормально? Да. Сходимся.
поворачивайся, Доброслав. Спиной не поворачивайся. Вот они и вышли, оба никудышные, оба неумелые, зато ребята смелые. Конкурс «Шарша призголовку». Красотка. Подходим к красоткам. Здесь русский дух, здесь Руси пахнет. Конечно, Светлояр – это испокон, древнерусское место, святилище, куда сходились люди, независимо от вероисповеданий. Это же было так давно, это все происходило. И они там всегда находили точки соприкосновения. Это место единения русских народностей. Вот за дружкой мы сейчас оставим. Вставайте с ними. Куда ты отправишься, мам? Это отправится к водяному и к русалочку. И что делаешь? Будут русалки. Наше желание исполнится. А я вот не загадала желание. Девочки, вы прыгать через костер сейчас будут. Как-то прыгать, не прыгать. А я буду прыгать. Ань, ты не прыгай, отойди. Нет. Пошли. Поняла? Бежим? Когда мы впервые в 2005 году приехали сюда и начали играть на чашах, мы прожили совершенно удивительный опыт. Это был вечер, это было 8 мая, и над озером стелился туман.
Причем было ощущение, что этот туман, он динамический, он живет и выстраивает разные фигуры, разные силуэты. С нами были просто собаки, которые пришли погулять вместе с нами. Люди пришли, мы пришли. И вдруг перед нами, это реально так, понимаете, я по специальности физик, поэтому у меня не свойственны всякие там вот эти вот наваждения глупости на этот счет. Но это была реальность. Все три собаки лаяли в то пространство. И там реально выстроились силуэты существ, которые нам ближе всего напоминали, наверное, монахов. И мы начали играть, и вдруг мы услышали такой же самый звук, идущий из озера. Зазвонили колокола. Оказывается, на озере Сатлая раньше был город, и он затонул. Град Китиш называется. Но он какой? Град Китиш. Загадочный, интересный. Красивый. Вот как, ну, вот тут. Да, вот он. Почти. Вот тут вода, есть? Он тонет. Китиш. Ребята делают. Он сейчас на дне озера. Там глубина очень большая, вот мы его и не чувствуем. Его затопили, а Бог стал молиться, чтоб... Он возвратился. Там остались от него купола, кресты. Наш а дедушка, когда купались, иконку нашли. Да, иконочка старенькая старая. А колокольные звоны, говорят, иногда слышатся. Это правда или нет? Правда. Правда. Да ну. Не слышала. Я слышала. У меня бабуля слышала. Дедушка еще, ну, маленькие были, он нам всегда рассказывал, что один раз к нему вот в этот домик, где он жил тут, ночью пришла русалка, говорит, с ребенком. Вот, повесила люльку на потолок и пела все песни. Он говорит, я так испугался. Я вот помню, мне было 5 лет, но я вот помню, что у него был вот этот домик. Значит, печечка такая из красного кирпича была сложена. Он говорит, я вот на этой печке лежал, говорит, боялся даже пошевелиться. Но когда рассвет, этот, как его, солнце стало вставать, она собралась, ни слова не говоря, ушла. Вот. Светлояра русалка-то откуда? Из Светлояра, да, вот с этих гор приходила. Ему тогда все еще уже постарше были. Я говорю, бабушка, правда что ли это? Она говорит, ну раз дед рассказывал, значит не врет. Вот. Уж не знаю, сказки это или нет. Помню, когда я услышала первый раз о граде Китиша. Рассказывала бабушка, мы были тимуровцами. Такое забытое очень слово, тимуровцы. Вот мы ходили к бабушке, дрова к ней, значит, носили, поговорить с ней, садились просто. И вот она как-то рассказала эту легенду. Было немножко как-то жутковато, как это так? Значит, под этим городом, вот мы купаемся, да, вот этот город под водой. Как же так-то? И вот как-то немножко так жутковато было, в воду входишь, а вдруг там тут нам за ногу тащит. Местный житель собрал урожай, решил продать его. Но дорога-то мимо озера, и мужичок, значит, подъехал к озеру, стоит и молится, чтобы удачно продать. И так смотрит, появилась фигура мужчины.
А зачем, говорит, тебе ездить-то, да? Давай, говорит, я у тебя это все куплю. А тут, как еще в стороне, вдруг обозначили с ворота, как скит, так двухтворчатый, но они прикрыты. Вроде такого никогда не было. Думает, может, по мне еще лучше. В общем, они договорились с этим, деньги отдал. Вот, ну, деньги любят счет. Повернулся, значит, раз, посчитал, за пазуху положил, поворачивается, смотрит, телега стоит, лошадь стоит, а мешков с зерном нет. И самого этого мужичка нет, и ворота как бы растаяли. Он сразу раз в карман. Деньги-то, думает, может это. Нет, вот и все нормально. Ну, то есть вот такие вот вещи, верить этого, это не верить. Но еще, знаете, как интересно говорят, что когда расплачиваются они за что-то, ну, там, или вот за зерно, то деньги не соответствуют времени этому. Приехала сюда девушка одна. А, значит, из какого же она города? Но она издалека приехала. Я ей задаю вопрос, а как вы узнали про это озеро? Через интернет? Потому что через интернет сейчас очень много можно. Вовсе нет, говорит. Мне приснился сон, она говорит. И приснился сон, я увидела озеро, и телепатически она услышала просто название «Светлояр». Она говорит, я подумала, это имя какого-то человека. Вот даже, она даже и не знала. И вот она говорит, я заглядываю в интернет и смотрю, это оказывается озеро. Вот она таким образом здесь оказалась. Светлояр уже как духовный магнит сюда притягивает множество людей. Абсолютно судьбы меняются здесь. Сначала я сюда попала отдохнуть. И вот природа, лес, тишина. Они как-то так вошли хорошо, что я почувствовала, что я не хочу уезжать. Я подумала, наверное, это то место, где можно и попробовать осесть. А потом уже я узнала там про Светлояр, про историю, про культуру и все обстоятельства. А первое, это просто само место, оно меня как бы сказало, ну вот, я есть, чего ты еще ищешь? И буквально через год я уже оказалась здесь. То, что вот осталась традиция ходить вокруг озера, это вообще просто очень замечательно. Вот не было бы этой тропы, вот я вам скажу, и не было бы вот такого ощущения, правда? Вот от самого озера, когда вот его обходишь вокруг. А его положено обходить 3 раза. Не 1, а 3 раза. А вот я первый раз, когда обошла 3 раза, вот я села на лавочку, голова кружится, и вот такое ощущение, что просто в космос улетаешь. Я не знаю. Вот и звон начался. Да, да, и звон уже. И звон начнется. То есть вот так вот. Даша, пойдем. Даша, иди сюда. Даша, прямо держи. У меня мама очень сильно болела, вот, и я как раз заканчивала школу, в общем, мне нужно было экзамены, в свое время 8 экзаменов сдавали, и перед экзаменом я обходила озеро, и мама у меня, когда в больницу легла, у нее очень сильно, в общем, как бы, скажем, онкология была, и дала себе зарок, что если я выйду из больницы, я обязательно озеро ползу по
скажем так, вот по старинной вот версии, надо не только обойти, а еще и ползти озеро. Вот, когда она почувствовала себя готовой, в общем, она приготовилась, там на коленники себе сделала, ночью тетка ее сопровождала, она оползла на озеро. Вы знаете, может быть, благодаря этому я просто уверена, может быть, в этом настолько, что 25 лет после этой операции она жила. То есть после такой операции, когда врачи на ней просто ставили крест, прожить 25 лет, и я считаю, что это чудо. И чудо это дало именно что вот сила Светлояра. Мати Господа Вышнего, за всех молящих Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всех творишь и спастися, державный Твой поток пребывающий. Ходить вокруг озера с молитвой, а тем более еще ползать на четвереньках молитвой, конечно, сказать язычество, поклонение в воде, что ли, тем более, да, с молитвой. Да нет, конечно, это связано с легендой о граде Китеже, о том, что город ушел под воду этого озера, то есть он там находится жив, но невидим. И тогда получается ясность, что крестный ход или обход вот этих людей, одиночек, да, это как вокруг храма, вот на Пасху, на престольный праздник обходят. Вокруг монастыря крестным ходом обходят люди вокруг невидимого города, святого, града, Китежа. Господи, люди твоя, и благословенное стояние твое. Thank you.